Кубок закончился на крепкой тридцаточке. Спонсор десятки. Приветствую всех! С вами Быстрые Новости. Вчера ведь у всех свет вырубило. В это время я как раз готовила ужин. Точнее, разогревала в микроволновке буррито, которое нашла за диваном. Да, я знаю, это было зря. Ведь микроволны убивают все полезное. Но, с другой стороны, тараканов они тоже убивают. Нет худа без добра. Так, стойте, о чем это я? Точно, блэкаут. Похоже, замкнул электростанцию в Санта. От такого импульса Ави посыпались с неба. Полиция сообщила, что нанесен ущерб 120 миллионов евро-долларов. Но страшнее то, что я вчера ужинала ледяным буррито. 120 гребаных миллионов, Эдди? Охуеть! Все ради того, чтобы поймать одного чувака. У тебя железные яйца, Ви. Так, ты там смотришь, какой я умный, чё? Ты... О, блядь, кажется. Подойди. Музыку... Блядь, радио. Нафиг удаляю. Угадаю. Погода. Ну ты... Я как поделюсь. Лёгкий. Нагляда. Управление за капсу. Да. Так. Пекис. Погуляем-то. Ну, я крыса посмотреть, как это будет.
Успей оформить карту Тинькофф Блэк с дизайном знаменитых картин и получи бесплатное обслуживание навсегда. Тинькофф, он такой один. Как мне ты убийство? Богохульница!
Вам нравится режим автономной стрельбы? Okay.
Окей. Нет, прошу, нет!
Я человек свободный. Имею право немного отдохнуть. Мне кажется, твоя девушка... Ах ты, блядь!
Больно было, а? Уйди ты, наконец. Вот смотрю я на тебя и думаю, что с торговлей, видимо, у тебя не сложилось. Хочешь что-то купить — покупай. Хочешь болтать — пиздуй отсюда. Хочу прикупить пушку. Ну, прикупи. Thank you.
это нарочно? Так.
понял. Это Химса. Что же я наделал, чтобы заслужить такое? Чеш. Дорогие.
Я наконец-то наскребла денег, чтобы вернуть тебе долг. Да придержи пока. Они тебе нужны больше, чем мне. Нет, с собой в могилу я их не заберу. Возьми. И спасибо, что столько для меня сделал, не получая взамен ни Энни. Для того и нужны друзья. Хочу сменить стиль. Отлично. Неплохо. Я подумываю поменять хром. Есть что новенькое? Есть кое-что.
Я видела на улице странную картинку. Вроде по твоей части. Как она выглядела? Я сделала кадр. Вот, смотри. Таро, старший аркан. Высшие силы явили тебе знак. Высшим силам неплохо бы выражать свои мысли яснее. А, мир подобен лабиринту иллюзий. Свет с трудом пробивается в темницу нашего земного существования. Ну, зашибись. И что мне делать с этим непонятным знаком от непостижимой мне высшей силы? Попробуй поискать другие знаки. Карты Таро описывают путь. Следуй ему. Ну, найду я их. А дальше-то что с ними делать? Ищи другие изображения. Должна быть какая-то связь с теми местами, где ты их находишь. Подумай о том, что видишь. Они наверняка посланы тебе в помощь в твоих поисках правды. Честно говоря, на правду мне наплевать. Тебя ждут сложные испытания. Однажды придется выбрать, какой дорогой идти дальше. Тогда ты поймешь. Ну, не знаю. Возвращайся, если еще что-нибудь найдешь, а я помогу расшифровать. А я отвечу «не». Арасака не обычный клан. Они вообще не люди. Они все вампиры. Ты чего? Кто-то понравился? Их тела никогда не стареют. Глаза у них мертвые и холодные. И с каких пор у тебя такие знакомые? Корпорация «Ширма», благодаря которой они могут и дальше тайно жить. Вот.
Что с твоими имплантами? Они как бы недоделаны. Без разницы, доделаны они или нет. Бхикшу никогда не модифицирует свое тело. Это противоречит обетам Пратимокши. И они знали об этом. А теперь мне нет пути назад. То есть импланты тебе поставили насильно? Не только мне, еще и моему брату. Нас усыпили и отняли у меня тело. И они насмехались надо мной. Как можно так поступить с живым человеком, а потом насмехаться? Я не понимаю, какой смысл это делать? Кому это надо? Мы, как обычно, собирали подаяние, и вдруг нас окружили эти... Они смеялись, спрашивали, не хотим ли мы импланты, как милостыню. Они были не люди, а какие-то киборги. Говорили, что хорошо бы нас доработать, как инструменты. Мальстрём. А где другой монах? Он у них? Да. Меня изувечили первым. А потом они стали думать... Что сделать с ним? Может, ты сумеешь найти с ними общий язык? Умоляю, убеди их отпустить моего брата. Может, еще не поздно. Я не хочу, чтобы его постигла такая участь, как меня. Что мне с этого будет? Я даром не работаю. Прошу тебя, сделай исключение. Я не могу дать тебе ничего, кроме благодарности. Вселенная воздаст тебе за добро. Ладно, помогу. Только предупреждаю сразу. Миром с этими киберуродами договориться нельзя. Долбаные клоуны. Помоги нам, пожалуйста. Только умоляю, не проливай крови. Посмотрим, как пойдет. Но так или иначе... Брата твоего я вытащу. Не знаю, как тебя благодарить. Ищи склад к северу отсюда. Там держат моего брата. Он у дороги, что идет вдоль пристани. Монах в беде. Как поэтично. Ты совершишь подвиг, достойный эпоса. Но как? Примешь позу лотоса и замедитируешь их насмерть? Слушай, заткнись, а. Я под отстрел! Ну, как тебе такое, паскуда? Ого, знаю, давайте ему прикрутим винтовки вместо рук. Прикиньте, ржака будет, когда он соберется поссать. Может, он потом создаст школу для буддистов-снайперов? Монах нового поколения! Цельнометаллический! Это была моя шутка. Карма принесла мне мир. Любопытный факт. Не отнимайте это у меня. Человеческое тело содержит от 5 до 7 литров крови. Значит, вот где они держат этого монаха. Эй, круши! Эй, круши!
не останавливайся. Мы теряем своих! Победа, сухо! Не делайте этого. Моя вера запрещает мне импланты. Я не хочу! Не бойся, никто тебя не тронет. Я не с ними. Тогда что ты тут делаешь? Что случилось? Вовремя я успела. Ты как тут? С тобой что-то сделали? Мне повезло. Они не могли решить, какие модификации будут смешнее. Банда грёбаных киберуродов. А один предлагал выломать мне челюсть. Даже думать про это жутко. На мое счастье, он не успел. Кого мне благодарить за твое вмешательство? Ну, я мимо проходила, услышала тупые шутки про металлических монахов. А Мальстрём так просто не шутит. На самом деле, меня прислал твой брат. Он не хотел, чтобы с тобой случилось то же, что и с ним. Благодарю тебя за спасение. Но моя жизнь не стоила чужой смерти. Один добрый поступок не оправдывает посеянной тобой жестокости. Вот истинное зло. Брат твой мне больше понравился. Как вы вообще попали к мальстрёмовцам? Все знают, от них надо бежать, как от чумы. Мы не здешние. Путешествуем из города в город. В Найт-Сити пришли недавно. Еще не успели узнать, чего тут опасаться. Разве монахи не живут в монастырях? Некоторые живут, но мы с братом из общины, что исповедует одно из самых ранних учений Будды. До связи. У нас интересная жизнь. Мы встретили многих необычных людей. Я вижу. Твой сарказм ни к чему. Мы знаем, что мир полон опасностей. Но без риска можно так и не увидеть ничего дальше ворот своего дома. Уверен, ты понимаешь. Вообще-то, если бы не я, тебя бы сделали калекой. Я благодарю тебя за добрые намерения, но не жди от меня благодарности за жестокость. Страдания, которые мы причиняем другим, всегда возвращаются к нам. Всегда. Оставь меня. Я немного переведу дух и пойду к брату. Теперь мой черед его спасать. Ладно, я понял. Мне не рады. Бесят меня святоши, которые делят людей на хороших и плохих. Хорошими и плохими могут быть только поступки. Вот твой поступок был хороший. И видишь, сколько крутого железа само пришло тебе в руки. Мне нравится твой ход мыслей. Мне тоже. Bye.
есть заказ, но такой, что лучше бы его не было. Может, помнишь Брайса Стоуна? Его сына зверски убили. Единственная возможность поймать тварь, которая это сделала, найти Брайан Данса... Папаша, его куколка сидят в своей башенке, отдают да, все верно приказы, поняла. Как псу! Да подробная инфа в письме. Ты. Зато платят нормально. А что, кроме них в найти... Ну, не нравится, выскажи это Патриции. Вам нравится режим автономной стрельбы? Может, ты сразу себе подтверждение? Хватит! Обнаружен новый магазин. Сообщение пользователю. Спасибо, Чумба. Ну, хоть какая-то движуха! Я тебе ебал, брат, никто не уйдет! Бей груши! Бей груши! Одни слабаки! Вам нравится режим автономной стрельбы? Подпрыгните для подтверждения. Что за херня-то? Вот. Сейчас тебе будет очень больно! Пошли обедать, и баба говорит там с нами. Ты знаешь, что от меня не спрятаться! Бля! Вот она! Любопытный факт. Согласно традиционным христианским воззрениям, вы сгорите в аду. Обнаружен новый магазин. Он будет такой. Так, аккуратненько тут здесь. Тут аккуратненько тут здесь, аккуратненько, 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 ходим мне как... Супинай, как аккуратненько. Огонько. Спасибо. Ви, есть заказ, но такой, что лучше бы его не было. Может, помнишь Брайса Стоуна? Его сына зверски убили. Единственная возможность поймать тварь, которая это сделала, найти Брайан Данс с записью убийства. Да, ты все верно поняла, к сожалению. Подробная инфа в письме. Ну-ка. Все назад! Больно было! Ебать! Мне все самому стали делать! Сейчас
прячешься? А? Сюда! Временный выстрел. Со мной такое в первый раз. Мы тебя выебем! Любопытный факт. Согласно традиционным христианским воззрениям, вы сгорите в аду. Никому граната не нужна! Скорей, скорей! Уберите от меня эту сволочь! Ты здесь! Я точно знаю! Не на ту дамочку ты залупаешься, м? Уберите от меня эту сволочь! Скорей, скорей! Оу, да. Не останавливайся.
вот тут. Ну что, пора вставать. Что происходит? Охрана! Они далеко, нас никто не услышит. Только давай не будем делать глупостей, окей? Мы просто монтируем и продаем. Сами не снимаем, богом клянусь. Все сделаем, что скажешь. Только скажи, что у нужно, вас тут а мы... что, семейный подряд? У людей спрос, у нас предложение. Бизнес есть бизнес. Тебе... Папа! Ты плохо спрятался, я не виноват. Стрёмная сука! Бегом, бегом! Одни слабаки! Отличная работа, Ви. Надеюсь, теперь найдут мудака, который снимал весь этот кошмар. Заказ закрыт. Вот так. Погнили. Я не знаю, что это такое, что это такое, что это такое, что это такое, что это такое.